дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Редко стала ходить по магазинам, редко делать покупки, но эти покупки для меня знаменательны. У меня от моей любимой бабушки остались, как вы помните, чайник и сахарница из сервиза ЛФЗ Кобальт Фриз. И вот я докупила его такими, докупила такие замечательные чашечки. У меня там одна такая чашка еще оставалась, чайная пара. Ну вот я докупила чайные пары, две такие. Ну, осенью, вы помните, я купила две такие чайные пары. Это уже не Фриз, но тоже Кобальт, тоже ЛФЗ. И вот такую замечательную вазочку. Это тоже уже не ЛФЗ. Но вот я решила, что сюда это все очень подходит. И я купила вот такое замечательное блюдо для того, чтобы на нем подавать какой-то праздничный, может быть, пирог и что-то такое важное. И вот это блюдо я тоже купила не случайно. Видите, оно очень красивое, с букетами цветов. Сочетание такого красивого розового, белого и голубого. Здесь перфорация, очень много золота, такого, причем не тяжелого, а такого воздушного, который не утяжеляет это блюдо, а наоборот, несмотря на его большой размер, делает его легким, изящным. И вот по краюшку тоже проходят такие цветочки. И особо обратите внимание на края блюда. Они, как у распустившегося цветка, загнуты вниз. Да, кстати, золото, которое нанесено, оно не нанесено не просто так, оно нанесено на рельефный рисунок. И это придает, подчеркивает еще большую красоту блюда. Итак, для декора этого блюда использовали очень многие, если не сказать почти все, приемы декора фарфора. Это и рельеф, и позолота, и вырезной фарфор, и плавные края, загнутые вниз, и чудесные цветы. Ну, конечно, это не ручная роспись, но очень красивая деколь. Если вы помните, на даче у меня есть фарфоровая шкатулочка, точно с таким же рисунком. И теперь я, безусловно, ее привезу и буду использовать вместе с этим блюдом. Да, удивительная находка. Я думаю, у меня, как и у многих из вас, память о прошлом с годами становится все яснее. И мне очень захотелось воссоздать этот любимый чайный сервиз с кобальтом по крупицам. А блюдо и шкатулка, как мне видится, будут освежать мою сервировку. И рядом с этим блюдом чайные пары заиграют новыми красками. А я вам предлагаю перенестись на мою дачу и полюбоваться замечательным чайником из сахарницы, доставшимся мне в наследство от моей любимой бабушки. Посмотрите, как они красиво выглядят на даче. Замечательный кобальт, фриз. А вот эта чашечка фриз. Но на нем еще видите такие золотые цветочки. Где-то того же примерно времени. Ну и мне нравится, что мне теперь я воссоздала этот чайный сервиз. Но ЛФЗ, но какой был разный декор. Мне вот это тоже интересно, потому что я знаю, есть еще и колосок проходит, но здесь вот уже не колосок, здесь другой рисунок. Ну, в общем, есть чашки у меня и просто, как я уже показывала, такой действительно фриз, такой вот классика. Ну и вот такие вот тоже. В общем, получилось с одной стороны целый сервиз, с другой стороны коллекция.
клеймо. Здесь чайные пары разного времени. Ну, вот видите, одно из клейм. Ну, да, это теперь уже, можно сказать, старая вещь, старенькая. Так, вот еще могу показать. Второй сорт чашки. Второй сорт. 3,30 стоили. Бабушкин чайный сервиз. Сколько с ним связано воспоминаний. Неудивительно, я знала его с ранних лет. Он постоянно был на столе. А жила она в доме, которого уже нет, в центре Москвы, напротив центрального детского мира. Сейчас на этом месте разбит сквер. У нее было множество друзей, знакомых, и в доме всегда бывали гости. Раньше было проблемой найти какое-то кафе в центре Москвы, перекусить. И все, кто оказывался по работе с какими-то делами, в центре спешили к ней в гости. Все знали, что их ждет уютная квартира с гостеприимной хозяйкой, а на столе всегда горячий чай. Ее любовь к людям, доброта – все это в моих воспоминаниях связано с этим сервизом. И я о ней, вы знаете, могу говорить очень много. Это необыкновенная женщина была. Но время подошло к концу. Я с вами прощаюсь, мои дорогие. До новой встречи. Здоровья, мира, добра. А в следующий раз я постараюсь вас удивить.